Сегодня мы собираем такое небольшое солнце. Обычно мы создаем армию для защиты от своего крепости. Просто потому что я уже понял, где она находится. Они здесь живут. Они себе тоже такое же построили для защиты. Вот это немного. Мы сейчас собираем много ресурсы, специально он гуляет, поразит. Ну и гость. Как я уже показал, место расположения моего хода. А мы сделаем по-другому. Мы построим чудо света в этой серии. И выиграем в следующей серии. В пятом смысле, может быть. У нас уже функция и деньги платить тоже за миллионы. Нет, я их собираю. Так, у нас камни достаточно, нам нужно только золото больше. И у нас там свои камни. А мы сделаем вот так вот просто, ну, очень просто. Просто камни. Буду собирать золото. Так. Посмотрим, что у нас тут. Thank you.
помещаем туда просто своих людей. Ему просто места некуда. Собираем всех людей. Строим чудо света. И здесь она будет дома. Если собрать много достаточно людей, то они будут строить. Да. Но они там строят более-менее. А, разведчика убили. Убили нас на территории. Ну, тоже сейчас пробую помогать тоже. Так, у нас строится. Это будет долго. Ничего не поделаешь. Так, впечатление у нас. Тоже придется где-то еще ставить. Ну, но это нам не нужно будет. Привет, тысячи. Замечательно. Нет, ребята, просто тушь не дорогаешь по этим компьютерам, поэтому такое можно сделать. А вот когда идешь по этим игроков, я думаю, что не стоит, конечно. Ну, здесь остается только вот сделать один выбор из двух вариантов. Либо поставить чудо света, либо сражение. А у меня не получится сражение. Просто я понял, что он там только войска создал, а свою крепость не укреплял. Не укрепляет. Ну. Так, все. Мне тоже помогли. Чем больше лечим, лучше. Кто у меня там еще работает? А, все, не столько. Это все у меня есть. Уже 59, да. Мы почти построили чудо света. Ну, в этой серии, конечно, мы сейчас построим, у нас останется
прожить где-то 200 лет. И в этом серии не закончу. Просто еще сейчас я их раздам, всех людей, кто будет там где-то здесь. Понимаю, но думаю, никак. Строить можно где угодно. Такое же быстро строится. Так, вот эти люди у меня, вот эти количество, будут заниматься лесом. Некоторые будут работать за камнями. И так далее подобное. Ну, камни свое, в смысле. Золото и камни собираются. А, они начали теперь уже действовать из-за чуда света. Понятно. Они своих разведки высылают, а мои обороны есть. Вот. Мы построили чудо света. Еще чуть-чуть. Осталось. Ну. Вот, теперь вот эти, вот это количество людей занимается своими обязанностями. А вот эти наши занимаются со золотом. А вот эта часть за камнями занимается. Все. Наша задача защитить и прожить. А, не 200, не 200, а 400 лет. Я забыл. Я расставил это на 400. Население, значит, 400 лет. Не то, что население наоборот. Ну, через население тоже считается. Ну что ж, друзья, я буду в этой серии заканчивать. Следующая серия уже будет, конечно, финальная. Нам предстоит обороняться, построить больше крепости. Ну, типа, укреплять и прожить оставшиеся остальные дни. Ну, лет прожить. Всем спасибо, всем пока.